Ты сегодня сядешь? Нет, я уже проголодался даже чуть-чуть. С тобой ты, блин, тут загоняешь нафиг. Фу, все, наконец-то жрать подано. Садитесь, жрать подано. Нет, садимся за стол, жрать подано. Ну, открывать сразу? Открывать, прям так. Или давай поздороваться. А, поздороваться надо. Да, мы что, да? Не одни. А. Мы что, все. Нас-то смотрят, да? Да, мы что, на всю страну. Ребята, всем привет. Добрый день всем, ребят. Настал этот день или настал этот обед, когда Вова дождался селедки. Когда-то, наверное, уже полгода назад мы видели видео, где здоровые мужики пробовали эту рыбу, и я Вове говорю, давай тоже возьмем. Он говорит, да, мне пофиг, говорит, я ее так съем. Я говорю, я ее куплю. Так было? Было. И он только что еще, когда выключена камера была, говорит, да ну нафиг, я ее, говорит, сейчас просто съем и все. Короче, сейчас будем пробовать. Шведский деликатес сурстрюмик. Вот, ребята. Может, что уже видал. Может, даже кто пробовал. Может, что даже пробовал. Но я вот серьезно смотрел вот эти видео, Валик мне показывал, он сам дома. Но я не поверю, что вот от какой-то рыбы там аж, они рыгали. Аж. Мне кажется, это было все наиграно. Не, ну вот. Я тоже вот недавно смотрел. Я вот не люблю видосы наигранные. Вот сейчас посмотрим, как у нас получится Это наша посуда. Посуда, да. Кстати, Валентин тут старый нож достал, потому что рыба воняет. Тарелки пластмассовые. Ну да, на. Вилки пластмассовые, только чтобы ничего не воняло. Сразу потом выкинуть. Мол, типа потому что. Сейчас я подниму. Потом не отмоешь эту вонь. Не отмоешь. Не, если ты хочешь, ты ее потом можешь еще домой с собой забрать. Домой забрать? Да. В зал поставить это, как вместо этого, как это, который делает так, чтобы опять не хороший летел. Воздух. Так, что, будем открывать? Наверное. А, кстати, мы у Валентина сидим на даче, да, вот это его... Фазенды мои. Фазенда его. Мы все думали, куда съездить, решили... Полдня гадали, куда поедем эту селёдку. Оказывается, ехать никуда не надо, просто здесь сидеть. Кстати, может, мы все видеообзоры будем здесь делать, кроме зимы. А что зимой? Шапку на голову и все. Шапку, ушанку и все. Ладно, все, хватит болтать, будем открывать. Ну давай. Кстати, она вздулась чуть-чуть. Видно на камеру, нет? Он ее еще взял, так что трес что-то, блин. Да не тряси ты, блин. Тут что-то одна вода, блин. Сейчас взорвется нафиг. Да, она возле себя ее открывает. Не, а почему? Ты же ее трес полчаса. Да, я жду. Че, открываешь? Открывай. Я че ты так взад? Ты... Держи ее, чтобы она не перевернулась. Ого, ого, ого. Ты что, пернул, что ли? Ты же ее хотел есть. Давай. Помнишь, я один раз в машине сданул, вылезли нахуй. Ты куда собрался? Вовка, это что? Я ее не буду есть. Да ну нахер. Меня уже тянет, ты. И что, наиграно? О, тут вся улица сейчас звонит. Она еще живая, блядь. Эта банка живая. Фу-фу-фу. Ты, я что-то... Это... Че? А как ее? Я не могу. Надо слить водичку. Ты чё нахер? Вовка, я ее не съел. Я даже там сидеть не могу. У тебя перчатки есть? Нет. Вот я ее не буду есть. Как ты не будешь, на? Как ты можешь там стоять? Ты что, и не чуешь? Нахрен я пообедал. Но! Это что за нахер такое? Посуду? Фух, как ты можешь там стоять? Я даже подойти не могу. На. Фу! Твоя к...
камера записывает, Коль? Да. Пошел ты! Да я не буду есть, Вовка. Ну что, да, видео не будет или что? Будет. 20 евро в жопу засунули. О, теперь прошел запах, да? Ну. Мне на руки помыть? Ядрёна, корень. Ой, я сопливую салфетку тебе даю, на. Ну да, какая разница. О, вот это жесть. И что, наиграно? Нет, я забираю свои слова обратно. Ну я не знаю, как можно продавать такое вот, как деликатес, но... Ладно, я еще... О, подожди, сейчас я выкину эту салфетку. Еби твою мать. Подожди меня. О, весь стул зачуханный. Ну вот сейчас запах прошел, да, немножко? Нахрен я обедал. Но я не смогу ее съесть. Как могут люди это есть? Ты видел, как запах пошел, да, когда? Да я его переворачивай. Я ее щебеленно начинает вонять, как говно вот тыкаешь, она начинает вонять. Мне кажется, тут она вместе с кишками лежит. Ну да, их надо доставать. Ножом вон, давай. Это кошмар какой-то. Ты запах, когда как пошел, я чуть не охерел. Ой, бедную рыбу, ну такой это продукт переводят, скажи. О, она вонючая какая. Я тебе говорю, это страшно. Что, кишки надо вытаскивать? Да. Это кошмар. Оставь, что ты, деликатес. Не лапай с грязными руками все мои камеры. Я еще чисто оделся, думал, сейчас деликатес будем пробовать. Смотри, мухи уже на банке прилетели. Ядрёна ты, корень. Ой-ой-ой-ой-ой. А чё? Не тыкни меня. А я смотрел, на банке еще стоит срок годности до 2018. У нее это же срок годности. Она еще может испортиться? Да, она еще может испортиться, наверное. О, смотри, мухи прилетели, эти, которые на парашу садятся. Ёпта мать, как она воняет! Вот прикинь, у нас в городе, да, Фишерайхафен, у нас, ребят, здесь в городе переработка рыбы идет. Там проезжаешь, в жизни нет такого запаха, и хотя кажется, не, воняет рыба, не, я не рыба, буду да? ее хавать. Ты сказал, очень... будешь. Я сейчас вот... Я ради тебя ее купил, тебя угостить. Ты орал уже мне полгода в машине, что ты ее будешь есть. Я съем, если ты съешь. А, нет, знаешь, что будет? У нас наказание. Кто не съест рыбу, тот должен ее съесть. Наказание. Вовка, это ужас. Не, я ее тоже не буду есть. Ну, когда ветер, она не чуется, да? Ты в мою сторону сядь, мне кажется, ветер в мою сторону дует. Да он кругом, я здесь вот ходил, меня штормит нафиг. Там камера хоть записывает эту гадость. Ой. Да, ее вот так надо разделывать. Давай я пошевелю. Пошевели. Тернюхай. Ну-ка, уйди. Сука. Ты что, правда хочешь попробовать? Давай я тебе водички налью сперва. Я себе места найти не могу, меня так бесит эта селедка нахер. Не, ну ты за нее 20 евро отдал. Ради тебя, чтобы ты попробовал. Потому что ты говорил, ты будешь ее пробовать. Ну стаканы вот потом тоже выкидывать? Держи его нафиг, чтобы не заморали его. На меня аж мухи уже садятся. Это кошмар. Так прикинь, это дал... деликатес. Это они, ты видел видео, как в Швеции они ее хавают? Они аж, блин, аж не могут, они облизываются аж. Еще пивцо, они, а водка Абсолют еще я видел, запивают прям. Сидят такой пир там устраивают. Вон он, все в мухах. На, попробуешь? Это ужас. Я зато могу сказать, что я ее пробовал потом. Фу, меня ж, я тебе говорю, как запах пошел, это я чуть ли не перевернулся. Я еще хорошо у мамки пообедал. Да я тоже уже обедал.
Ох, какой запах. Вдруг, где они? Смотри, сколько мух появилось. Ну я не буду пробовать, Вова. Ну что, видео неинтересно? Ну как неинтересно? Интересно или ты попробуй? Все ради тебя, Вовка. Да не, я шучу, не хочешь, не надо. А, ты че, ёпты? Че, соленая, да? Куда? Можно я плюну на пол? Опять воздух сюда дует. Смотрите, сколько мух уже. Смотри, сколько мух поналетало, Вова. Че, как? Ветер во рту тобой. Во рту? Сегодня с женой целоваться не будешь. Нет. Охереть. Мне даже... Садись за стол сначала. Ну, скажем... Вкусно? У меня... Ну, я не смогу его вонь... попробовать. Я бы... Я разговаривать не могу, у меня вонь стоит во рту. Я взял маленький кусочек, а... Охеренная рыбка, да? Как вот объяснить... О, этот запах, когда вот ветер дунет, аж пи... Меня же все передергивает. Почему вот переводят продукт, скажи? Ну, на... Не, ну люди, некоторые же кушают. Не, ну не, почему переводят? Если ты говоришь, что они ее кушают с удовольствием. Это надо таким быть... Не, ну так сколько людей, всего лишь маленькое количество людей это едят. Ну вот им хватает. Все, так они их продуцируют тоннами. Значит берут, если не делали, то... Ну вот берут так, как мы берем. Попробовали и все. Берем, понюхали и все, и чуть ли не блюем на. Что, не съешь? За 100 евро, может быть, съем. За 10 нет. Или может возьмем каждый на вилочку и попробуем? Так я уже там попробовал. Да нет, ты-то ее еще не съел. Мне все равно пришлось выгнать. Давай сделаем так. Как? Если ты съешь, то я съем. О, ну ты лупанул. Ну а что, я съем, я знаю, что дай я съем. Дай мне вилку вон. Я знаю, что я съем, но я знаю, что... У тебя во рту уже прошла кака? Ну чуть-чуть, да. Вот она когда подует аж просто. Ну-ка сделай два кусочка. Мышкова. Вот это, вот опять пошел запах. О. Хребет. Мама мия. Я бы сказал, что это... Говорят, что в морях нету рыбы, все меньше и меньше становится. Они ее еще перерабатывают вот на такую херню. Подожди, надо мне тоже воды налить. Налей мне воды. Мухи, ты посмотри, сколько мух. Ну? Это ужас. Не зря говорят, мухи на говно летят. Фу, а у тебя меньше, алло. Так я уже до этого кусок? Да нет, ты ее выплюнул. Ну ладно, подожди. Я чуть-чуть себе тоже сделаю меньше. Прикинь, это... Ты посмотри, сколько мух. Ладно, хули ты. Ты посмотри, сколько мух. Когда ты вот этот кусочек не хочешь, не воняет. Фу. Ты ее в нос не за это вообще. Че, давай попробуем? Ну давай. На здоровье. Че, ну, давай. Вместе или что? Ну да, если только вместе. Но если нет, я выплевываю ты. Если у меня не пойдет, я выплюну. Ну я выплюну, давай. Это что за нахер такой? Ой. Сука. Вовка, не, нахер. Все, как их смахать?
Слышь? Че? Может, я ее еще оставлю? Может, кого-то позвать еще? Позвать, Костя, у тебя есть шведы знакомые? Фу. Не, у меня аж на... Слезы. Меня слезы пробивает тоже. Смотри, мухи налетели. Тут мух в жизни не было столько. Посмотри, как они кайфуют. Че, ой, как ветер сюда дунет аж. Давай ее уберем сперва, потом будем разговаривать, наверное, а? Не, это не наиграно, ребята. Это в натуре она такая вонючая и... Потому что перед видео мне Вова говорил, да ну нафиг, я, говорит, съем, я не верю, говорит, что это так может правда быть. Я говорю, ну сейчас посмотрим, нафиг, как это не наиграно. Жесть, просто нереально. Ну давай попрощаемся, вот что, на видео, потом будем убираться. Стрел брать надо. О, как ветер сюда дует аж. Ребята, не тратьте деньги, 20 евро можно... 18 евро я вроде... плюс пересылка обошлось 21 или 22 евро, что такое. Мы могли бы такой пир бомжа сделать, нахрен, или еще что-нибудь. О, у меня на руке было! О! Это страх, я думаю, что за меня как сопля потянуло. Это достаешь, что? Короче, советую я так, ну, на гулянку куда-то пошел, хочешь там порадовать гостей. Да? Гостей. Берите, пробуйте. Короче, это жесть, это нереальная ванизма. Ничего не наиграно в видео, которое ты говорил, что наигрывают. Не. Ну я там видал, там такие здоровые мужики, аж на чуть ли не рыгали, блядь. Смотри, сколько мух летает. На этом, ребят, мы будем закругляться. Все, надо убираться. Даже кусочек с вилки невозможно съесть. Просто нереально это съесть. Просто, я не знаю. На этом все? Все. Если кто-то пробовал такую гадость, напишите в комментарии. Да, блядь. Или кто-то, если хочет попробовать, пишите тоже в комментарии. На этом все? Да, все, я не могу. Ты рад, что я тебя угостил ей? Ну. Че, ну? Наелся. Не, на этом все, ребят. Говори. Я думал в натуре, ну, заткнув нос, я кусочек съем. Не рядом, во рту воняет так же, как в банке нахрен потом. Все. На этом все, ребят, давайте. Всем пока. Бо. Давай свой пакет на все. Я знаешь, что тебе скажу? Что зря человечество перерабатывает рыбу вот на такое говно. Убивают животные. Ой, блядь, ты опять ее на... Как ты ее можешь, блядь, в руки брать? У тебя пакет не дырявый? Я надеюсь, что я... Блядь, я ж не могу. Ой. Тарелку домой возьмешь? Ой. Фу-фу-фу-фу-фу. Это подожди, это все дело надо заклеить как-то. Закопать метра два в глубину. Где твой соседям этот мусорный бак закинь? Охереть.